Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Позитив и Фокси. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровкайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классный мод на стихийные бедствия. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начнем сегодня все разрушать. Ребята, дождитесь до конца, дальше будет смерчи огненные, цунами и даже наводнения в Гаррис Моде. Так, я побежал, Димас. Да, и если вам понравится, поддержите лайкосиком и подпишитесь на канал. Мне очень приятно, ролики выходят каждый день. Смотрите, я ничего не жму, я просто наступаю на него и бросаю вперед, и оно само едет. Без рук. Без рук. Просто. Серега, знаешь, что хочу затестить? Без рук. Что? Стопунчатки. Проверяем на машине. Ну-ка, я. А, тобой. Еще знаешь, что? Еще же будет зыбучие пески. Я уже, кстати, не езжу. А ну стой. Тихо, тихонечко. Ха-ха, я торма, видишь, держу. Офигеть! Ну-ка, я возьму. Нифига так. Себе! Короче, классная штуковина. Удаляем. Мы наставили здесь кучу льда. Так, следующее у нас... землетрясение. Но оно будет, наверное, очень слабое. Слышишь этот звук? Да. Так, подожди, что? Во-во-во. Оно настолько слабо, что даже машины, наши дома не будут разрушаться. Эти дома, кстати, идут вместе с модом стихийными бедствиями, поэтому они должны улетать, разрушаться и что-то делать еще. Короче, ничего не происходит интересного. Вот это, кстати, я не знаю, что это. Это смоляная штука, это она горящая или чего? Да, она горящая, она еще это может затянуть тебя. Вот смотри. А ну давай. Я допустим, вот на машине еду. Давай. И она булькает. Вот, о, что ты? Смотри, уже засасывает. Вот она, кстати, да. она уже затянула мое колесо. Я вижу, ты как бы сел. Да, тебя потихоньку тянет в эту лужу. Так, хорошо. Серега, давай, а ну отъедь. Давай покажем сейчас намного интереснее штуку. Понял. Это у нас зыбучие пески. Должна, так, кстати, я заезжаю в них. Давай. Должна вся машина провалиться, по идее. Вот, и проехал. Ой-ой-ой, а что с тобой? Меня затягивает. Я такого мода еще ни разу не видел. Очень прикольный мод. Да, кстати, после того, как я в смолу попал, посмотри, что со мной стало. Я стал черномазом. Ну да. Хорошо, машина, разглючивайся. Кстати, в тот раз мы проверяли, она целиком провалилась, да? Да. Следующее у нас, это очень маленький смерч. Буду ставить его здесь. Посмотрим, делает он какое-то действие или нет. Нет. Джокеру все равно, и машина даже, которая там стоит, ее даже не наклонила ни на миллиметр в сторону. Довольно-таки интересно. Ананас, интересно, он как-то повлиял? Давай, я вот его ставлю и в него сразу забегаю, вот. Не, Серега, вообще никак, только визуально он есть. Да. Кстати, они со временем исчезают, даже если мы какой-то не удалим, все останется. Так, это у нас второй левел. Какая-то фигня, ой, которая сразу дамажит, не буду ее ставить. Землетрясение, которое намного сильнее. Ты слышишь его? Да. Как, ну, да, кстати, я вижу... Балла. Серега, вижу по ее лицу, она, да, она тоже чувствует. Это Серега поставил такие лица? Ну, прикольно. Настроение реально крутое. Хорошо. Она боится землетрясения. Серега, я не буду говорить, что, просто смотрим. Ой, ой. 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 Димас, посмотри, как люди прыгают. А почему они так делают? Ой, Димас, вырубай. Вырубай, машина дамажится. Или не? Ладно, нет. Вот она задохнулась, бедная. Это что у нас? Black Ice Over. О, что-то с машинами. О, Димас, скользко стало. Я гололед, что ли, запилил? Да. Да ладно, тут гололед есть. Серега, ты представляешь, какие можно челленджи записывать нам в будущем? Ну-ка, давай-ка я попробую сяду в машину, смотри. Давай, я включаю. Врубил? Во, все, сработало. Не, на машину не действует. Ну хорошо. Следующий у нас мини-смерч, который на воде, но он, наверное, будет просто манюсенький, да? Ну, этот побольше будет. Да, он довольно-таки неинтересный. У нас есть вот такая, вот что у нас интересное есть, Серега. Ай, горю. Огненный здоровый смерч.
Вот это классный мост. Смотри, как реалистично, да, Серега, смотрится? Да. Знаешь, в чем смысл? Они всегда разные. Отойдите, пожалуйста, оттуда еще раз. Они всегда визуально разные. Сейчас, подождите, вот. Вот, желтый. То был оранжевый. А это просто желтый. У него, видишь, нету внизу такого, как бы, дыма. Просто смерч. Круто. Просто здоровенный. Может, потом огненный смерч большой сделаем, ночь включим. Серега, да. Теперь вот такая штука у нас есть. Нет, смотри, на людей не действует тоже. Ну это слабенький, потому что еще. Да, это слабенький. Ну да, чуть-чуть сдувает, кстати, ты чувствуешь? Да. Ого, смерч, я не видел его. Вот это кабан. Хорошо. Давайте будем спускаться ниже. Не будем смотреть водные, не будем смотреть землетрясения, будем смотреть самое интересное. Серега, ты готов? Да. Ого, смотри, они прям сделали такую штуку, что прям небо меняется. Да, вот это жестко. Смотри на машины. Ого, они прыгают. Танк, смотри, даже сносит. Серега, представь, сделать гололед и вот это ветер, и все будет на карте. О, это вообще жопа. Но мы это сделаем в следующей серии, не будем все в одной. Смотри, прям воду затягивает в небо. Да. Ребята, смотрите, насколько это все глобально. И это всего у нас третий уровень. Хорошо. Жалко, что вот эту многоэтажку не сносит. Ну да. Кстати, есть карта, где разрушаются дома. Мы ж можем там потом запустить. Это да. Смотрите, как сделали. Не резко пропадает, а прям как будто просто уходит циклон. Так, четвертый левел. Ой, Серега, четвертый, это будет жестко. Готовься. Я иду в помещение, пацаны. Буду с бункера смотреть отсюда. Сильно сыкотно. Ого. Кстати, в помещении... Вон не... сверху появляется уже. Вон, вон, вон. Кстати, внизу, если в помещении, оно не работает. Сделано будет на крыше оно. Так, идет, идет на наш город. Это военный городок. Там военная машина большая стоит. Так, проходит мимо. Ты слышишь эти звуки? Звон какой-то. Да. Как будто там, знаешь, металл бьется друг об друга. Спасибо, кто меня лечит. Красавчик. Так, смотри, смотри, смотри. Он идет. Подожди, а чего они нарушат наши дома? Потому он ко мне идет. Он ко мне идет. Во-во-во. Ого! Смотри, смотри, машину подкинула. Кстати, ребята, это не просто, мы сейчас еще будем дальше и выживать. Ой-ой-ой, прям наш город. Танк, смотри, как колбасит. Джокер... Колбасит, ну, никак это, ну, не затягивает пока что. Так, все. Антициклон уходит, погода хорошая. Все отлично у нас. Пятый. Ой, ребята, торнадо. Что сейчас будет? Сначала торнадо, а потом опять эту штуку. Вы готовы? Я бегу, прощайте. Ой-ой-ой, надо сюда бежать. Нифига себе, какой эпик. А она мимо обходит их. Да подожди, сейчас она как тогда, наверное, может резко пройти на них. Побежим ближе, не сильно она быстро прям перемещается. Так, идет сюда, прямо на город, смотри. Это какой у нас? Это пятый. Это середина, получается. Так, не хочет идти сюда. Вот это у нас. О, нет. Чего, Серега, не ссы, я так сто раз делал. Ой-ой-ой, торнадо дальше будет. Смотри, грузовик полетел. Дома ломает, смотри. Воу, ничего. Смотри, подбрасывай в небо. Офигеть. Просто утянуло в небо. Ну, дома еще стоят. Грузовик стоит, танк стоит. А давай проверим, машины упадут сейчас с неба или нет. Все, торнадо кончилось. Резко. Как бы их торнадо в разные стороны разбросал. А вон, я вижу, они лежат, дымятся. Хорошо. Давайте дальше. Серега, это будет сильно, прям вообще. То, что было сейчас, это цветочки. Ого! Дома у него. Я же сказал, что цветочки. Смотри, давай посмотрим. Ребята, пишите в комментариях, утащит ли танк в небо или нет. Потому что, мне кажется, танк не берет особо. Танк как стоял на месте, да. Так и стоит. И грузовик, кстати, контейнер, он, видишь, с бензином стоит. Да. Ой, я улетаю на В, потому что мне настолько сыкотно появиться там внизу. Так, 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 сыкотно. Нормально. Танк! О, подняло! Фигеть. Ты что, ну лупашит? И грузовик. А ладно, все. Стопе, успокойся, ты сильно психованный.
Так, Серега, ты готов дальше? Да. Торнадо EF4. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Все, на В нельзя летать. Давайте, чисто выживание. Кто выживет? 66 жизней у меня. Я в домик. Смотри, я... оно прям в воду опускается. А, меня затягивают, помогите. Я иду вовнутрь дома. Это ты правильно сказал, надо сюда. Я в этот домик, который я поставил. Я понял. Серега, кстати, Джокер и еще челик стоит NPC-шки, им ничего. Живые. Ого, эти бросают в небо прям. Ой-ой-ой. Было бы прикольно, если бы NPC-шек бы тоже в небо подбрасывали, они орали бы там. Это жесть. Мод очень большой, и ролик получится, наверное, длинноватый. Серега, смотри, что еще есть. Просто случайно цунами идет. Да нормально, резко, смотри, живые все. Ой, Джокер нормально стоит. Да. Ладно. Давай, Серега, поставим пару машин, потому что землетрясение есть очень мощное. И просто интересно, как оно будет реагировать. Так, погнали. Землетрясение. Ой. Ну-ка. Машину перевернет или просто будет подбрасывать мощь? Ого, ее откинуло. Смотри, как автобус танцует. О, на В подлететь. Офигеть. Можно. В подлети, не кидает камеру, и видно, как все. Да уж, вот это жестко, Димас. Хорошо. Восьмой. Как, восьмой левел? 8 баллов, наверное, вот так может быть. Серега, беги. Ого. Машины улетели. А чё NPC стоят? Может, надо им включить, чтобы они игнорировать, выключить ИИ? Чтобы они бегали, может? Ну, попробую, посмотрим, что из этого получится. Они на месте просто стоят. Во, во, они начали двигаться, во, вот сейчас проверим. Так, Смерч, посмотрим. Иди сюда. Вот это кабак. Там контейнер в воздухе летает. 2 штуки, 3 даже, наверное. Да, во, подбрасывают, смотри. Джокер офигевает. Во-во-во. В воду падают, прям такие видно штуки. Офигеть. Ничего себе, ребята, да как? На вепоры буду стоять, чтобы видеть, как это все в эпицентре в нем. Вот-вот, полетели. Все, кончается. Так. Ой-ой-ой. И все падает с него. Тупо все падает. Можно больше еще насадить предметов, чтобы было эпичнее. Тут бензовоз, блин, взял и взорвался и сгорел. Да. Из-за того, что ты подкинул этот сверчок. Давай карту очистим. Я наставлю нового. Чпоникс. Я все удалил свое. Так. Ставим большую машину. Маленькую машину. Среднюю машину. Ой, сейчас будет... Это у нас был 8-й. 9-й. 9-й это у нас землетрясение. Не буду его включать, да. Это просто подбросит машины. Но есть у нас Мартиан Торнадо. Это торнадо без неба. Просто мощнейшее. Давайте я его поставлю здесь в углу карты, чтобы оно пришло к нам, а то резко нам не надо. Я в танк. Ого! Это что-то нереально скоростное. А, мой танк! Я на В подлечу. Говно. Почему оно такое резкое? Вот это эпик. Пацаны, нравится вам? Да, покидаю свой танк. Автобус просто, я летающий стал. Автобус кого-то убил, Димас, позитивчика. Он на крыше дома, а нет, упал. Пацаны, вы готовы? Да. Ой, я не ожидал, что будет на всю карту. Почему так жестоко? Нифига себе, дай хоть со стороны посмотрю. Не, оно, Серега, не на всю карту. Оно больше половины. Нифига себе, тут кидает танк, как пушинку. Жесть. Не-не-не, уходи, уходи, торнадо. Ты сильно жестокий. У нас же есть цунами. Ой-ой-ой. А чё ж так темно? Он не... Оно до потолка было, ты видел? Это мега-цунами.
Так, а это что у нас? Подожди, это было, это было? Ого! Стой, давай поставим объекты несколько. О! Отлично, давай, врубай. Или два я. Ух ты! Так синхронно прям? О, понеслась моча. Смотри, как этот брейк лобает танк. Давай, давай, не останавливайся. Оп, давай, давай. Оп, давай, давай. Двигай телом, отдыхай. Оп, давай, давай. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.